Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами в кинотеатре «Корстен», и это новый выпуск программы «Киношка» на канале ОТВ с нашим обзором киноновинок недели с 8 по 14 июля. Смотрите наш выпуск до конца и будете знать точно, что вам на этой неделе посмотреть в кино. Поехали! Новая кинонеделя не принесет нам большого обилия новинок, но все же они будут. И начнем с главного фильма июля, а может быть и всего года «Черная вдова». И вот момент, которого все мы ждали. «Черная вдова» от Marvel. Поверьте, это будет эпично. Искренне хочется порадоваться за всех поклонников Marvel и супергеройского кино. Они ждали больше года и дождались нового фильма от студии Marvel. «Черная вдова». Данная картина расскажет о члене команды «Мстителей» Наташи Романов и о ее прошлом, что было задолго до того, как она попала в команду «Мстителей». Смотри фильм до конца, и ты узнаешь все тайны Наташи Романов. Наташа, сестренка, после стольких лет, да вдруг домой? Я в бегах. Хотелось стать другим человеком. Кем-то большим, чем киллер. Не обманывайся. Из нашей профессии не уходят. Мы не закончили одно дело. Кто это мы? Как влитой. Семья. Мы снова вместе. Ты растолстел. Да это просто вода, а не жир. Есть целый новый мир вдов. Новых врагов. Я устала бегать от прошлого. Это еще кто такой? Marvel представляет «Черная вдова». Следующий наш фильм – леденящий кровь ужастик «Бугимен». Спустя 20 лет четверо друзей встречаются вновь, чтобы разгадать тайну легенды из детства, которая пробудилась и теперь несет зло. Смотрим трейлер. Если дети непослушны и шумят по вечерам, то разбудят призрак ночи, что томился в темноте. Поедает их он радости и веселье, звонкий смех. Если шум не остановишь, заберет тебя и всех. Страх из детства возвращается и становится сильнее, подчиняя каждого. Вот здесь! Бугимен. Также хочу вам напомнить, что в кинотеатре «Корстен» можно посмотреть потрясающий мультфильм от студии Disney «Лука». Данная картина не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Так что поспешите, еще неделю фильм будет в прокате, вы обязательно успеете его посмотреть. Можем отправиться куда угодно, делать что угодно. Надо только держаться вместе. Неудачники должны заботиться друг о друге. Неудачники! Это будет лучшее лето на свете. Мы пройдем по всем дорогам. Обойдем весь мир. Вот будет здорово!
О-о-о-о! Стой! Ты это видел? Никто не должен знать. Please don't take my sunshine away. Ребятки, не понял, откуда вы? Данная кинонеделя у нас проходит под знаком Марвел. В связи с этим мы разыграем 2 билета в кино на «Черную вдову». Скажите, какая по счету экранизация про «Мстителей» и героев из команды «Мстителей» выходит по счету? Ваши ответы оставляйте в инстаграме УТВ под данным выпуском. Это была программа «Киношка» с нашим обзором киноновинок недели. Теперь вы точно знаете, что посмотреть в кино. Пока!